6.42 поступило сообщение о пожаре на складе ООО «Домино», значит, с канцелярскими товарами и пиротехникой. Через 3 минуты подразделения прибыли сюда, подтвердили или повысили ранг до наивысшего, то есть третьего. В тушении пожара было задействовано 21 единица техники и 93 человека личного состава Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Весь гарнизон пожарно-спасательный Благовещенский был поднят 100% для ликвидации данного пожара. В настоящий момент объявлена локализация, проводится разборка, проливка конструкции. Причина пожара и виновники устанавливаются.